Добрый день, уважаемые друзья! Я рад в очередной раз приветствовать вас на нашем прекрасном жилом комплексе «Симфония 34». Вкратце хотел бы рассказать о выполняемых и выполненных работах за отчетный период. На башне С выполнено устройство свайного основания из буронабивных свай в полном объеме. На сегодняшний день там ведутся работы по устройству грунтовых анкеров верхнего и нижнего пояса, ведутся работы по эскалации грунта. На башне А выполнены буронабивные сваи тоже в полном объеме и ведутся работы по разработке грунта. На башне Б документации предусмотрено 123 сваи. На сегодняшний день 107 сваи выполнено. 16 свай мы планируем завершить до 7 ноября. Проектом предусмотрена разработка котлована в объеме 147 тысяч кубов. На сегодняшний день разработано 33 тысячи кубов грунта. На площадке выполнена система водопонижения в количестве 20 водопонизительных скважин. Выполняется эксплуатация данных скважин. Работы выполняются в утвержденные сроки. Планируется на следующей неделе выход на площадку генподрядчика. Добрый день, меня зовут Иван, я являюсь менеджером жилого комплекса Symphony 34 и сегодня я вам расскажу новости за прошлый месяц. В жилом комплексе Symphony 34 стартовали продажи квартир с финишной премиальной отделкой от известного испанского дизайнера Хайма Баристайн. Отделка M-Ready в ЖК Symphony 34 будет представлена в двух вариантах – Harmony Soft и Harmony Dark. Стиль Harmony Soft отличают классические светлые тона, мягкое акцентное освещение, сочетание текстур холодного камня и теплого шпона. Отделка Harmony Dark адресована ценителям контрастных цветов и фактур. К базовой приглушенной гамме добавлены акценты, дополнительно подчеркивающие легкость и простор заложенных в пространстве с большими панорамными окнами. Оба варианта отделки задуманы как идеальная основа, дающая полную свободу творчества и создания уникального интерьера, полностью раскрывающего личность владельца дома. Финишная отделка включает в себя покрытие стен и потолков премиальной интерьерной краской, укладку пола, отделочные работы, оснащение ванных комнат, установку межкомнатных дверей, светильников и розеток. В продаже представлены квартиры с отделкой MR Ready различной площади и комнатности от 26 квадратных метров до квартир с тремя спальнями площадью 84 квадратных метра, а также пентхаусов. Самая камерная из четырех башен – розово-медная Сиена, высотность 36 этажей. Изысканная и изящная, будто статная девушка. Верхние этажи, словно диадема, венчают здание с панорамным остеклением, а строгая и ровная отделка из анодированного алюминия розово-архистого цвета формирует одеяние башни. В корпусе Сиена представлен ряд планировочных решений – от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 26 до 83 квадратных метров. Именно эта башня сможет стать идеальным местом для тех, кто желает переехать в новый дом сразу после получения ключей. Уже сегодня здесь открыты продажи квартир с финишной отделкой от Хайма Баристайн. Чем так интересно или чем славится студия дизайна Хайма Баристайн? Хайма Баристайн студия – испанская студия дизайна интерьеров и ландшафтной архитектуры, основанная в 2002 году. Компания имеет портфель выдающихся проектов в Европе, Америке и Африке, в число которых входят ведущие гостиницы сети Хаят, Мариот, Астория и Хилтон. Подход студии заключается в изучении специфики каждого проекта и адаптации дизайнерского решения, характеристикам объекта и потребностям будущих жителей. В эпоху потребления мы все чаще стали обращать внимание не только на сам продукт, проект, но и на то, кто этот продукт создает и что вкладывает. Нам кажется, что это абсолютно блистательный ход говорить о том, кто стоит за тем, что вы приобретаете. Представляете, сколько команд, сколько человек прикасаются к созданию проекта, прежде чем
проект выйдет в продажи. Мы хотим, чтобы у проекта было свое лицо, возможно, человеческий образ. И именно через команды проекта у проекта вырисовывается свой неповторимый образ.